Надежда из Кодинска спрашивает: у меня не стало брата, на которого год назад я оформила дарственную на квартиру. Сколько будет стоить процедура отмены дарения? Дарение в силу закона является односторонней сделкой, для совершения которой достаточно воли одной стороны, в данном случае дарителя. Как и любая сделка, сделка дарения может быть признана судом недействительной по основаниям, предусмотренным законодательством. Но если дарение было совершено при жизни одаряемого, то смерть последнего не является основанием для признания этой сделки недействительной. Но если одаряемый умер, прежде чем был совершен сам факт дарения и не успел принять подаренное имущество, то можно говорить о том, что сделка попросту не состоялась. И отменять здесь, по сути, нечего. Юлия из Канска спрашивает, как быть, если новое руководство заставляет писать заявление о переводе на должность с меньшим окладом, без всякого приказа и постановления. Действия вашего работодателя незаконны. Вы не должны писать заявление по собственному желанию, тем более о переводе на иную должность с меньшим окладом. Без вашего согласия работодатель не имеет права перевести вас на иную должность в связи со штатным расписанием. Ольга из Енисейска спрашивает, как оформить дарственную на квартиру на своего несовершеннолетнего внука. Необходимо учитывать возраст внука. То есть если внуку до 14 лет, то все его правомочия от имени внука действуют его законные представители. То есть договор заключается и подписывается его родителями. Если внуку уже исполнилось 14 лет, то есть период с 14 до 18, он имеет право самостоятельно подписывать договор дарения, принимать в дар, но действует с согласия своих законных представителей и родителей.